Многие по всему миру едят чеснок каждый день, но немногие из них знают, что он действительно обладает очень мощными лечебными свойствами. Древние египтяне, греки, вавилоняне и китайцы знали о пользе чеснока для здоровья и широко использовали его. Согласно аюрведе, в Индии это также мощное лекарство от различных болезней и состояний, хотя упоминается, что оно также имеет некоторые побочные эффекты. Таким образом, вы можете продолжать употреблять чеснок в пицце и пасте, но вы также можете использовать их как настоящее лекарство, когда заболеваете. Чеснок является мощным стимулятором иммунитета и поможет вашему организму быстро справиться с простудой или гриппом благодаря соединениям серы, которые образуются, когда вы измельчаете, режете или жуете свежий зубчик чеснока. Это означает, что вы можете извлечь максимальную пользу из употребления сырого чеснока. Чтобы бороться с сезонным гриппом, возьмите несколько сырых зубчиков чеснока или заварите чесночный чай с добавлением имбиря и меда, чтобы сделать вкус более терпимым. Это повысит ваш иммунитет и купирует симптомы простуды. Чеснок полон витаминов и минералов, которые необходимы для вашего общего благополучия. Он имеет высокий уровень витамина С, меди, железа, селена, магния и витамина В6. Последние, как известно, отвечают за когнитивные функции, здоровье мозга и хорошее настроение. В чесноке мало калорий, что делает его идеальной пищевой добавкой для укрепления вашего здоровья. На протяжении тысячелетий наши предшественники использовали чеснок для борьбы с различными инфекциями, для защиты от паразитов и для выведения токсинов. Вы также можете попрощаться с вредными бактериями и грибковыми инфекциями. Средства для полоскания рта, сделанные из чеснока, очистит рот от бактерий, хотя это не самое освежающее средство. Длительное употребление чеснока и некоторых травяных смесей освободит ваше тело от всех видов паразитов. Одной из основных причин, по которой наша кожа выглядит усталой и старой, является недостаток коллагена. Это происходит из-за неправильного питания, неправильного цикла сна и стрессов. Все эти факторы приводят к большому количеству морщин, заставляя вас выглядеть старше. Чеснок помогает сохранить коллаген, и его также можно использовать местно для лечения различных кожных заболеваний и грибковых инфекций. Возможно, вы слышали, что лук может в некоторой степени восстановить ваши поврежденные волосы. Чеснок также может обеспечить некоторый эффект. Если у вас тонкие волосы и вы чувствуете, что теряете их, возьмите немного чесночного экстракта и сырого измельченного чеснока и аккуратно втирайте его в кожу головы. Вы также можете попробовать масло с добавлением чеснока и делать массаж головы не реже одного раза в неделю. Ваши волосы станут намного сильнее. Теперь, когда вы знаете, что чеснок довольно удивительный,
особенно если его употреблять в сыром виде, вы можете включить его в свой рацион. Сделайте острую заправку для салата, раздавив зубчик чеснока и смешав его с оливковым или подсолнечным маслом. Вы также можете приготовить здоровую, хотя и немного пахучую намазку для тоста. Просто разотрите один зубчик чеснока и смешайте его с небольшим количеством топленого масла для лучшего вкуса. Привет, друзья! Подписывайтесь на канал «В гостях у леди Валентины». Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание!